Добрый день, друзья. Итак, у нас новая неделя. В тех цех. С понедельником. Ах ты, сукин сын, а? Как меня завалило. Подонок. Бессовестный. Короче, всем здрасте. Мы играем в батлу. Первую, мировую. Так, это весело, честно говоря. Не знаю, эта игра, она... Сейчас, как я уже говорил, очень сильно мне лично как бы вот помогает в плане того, что вообще не во что поиграть, и из-за этого батла сейчас является моим таким, знаете, приоритетом. Я играю в эту игру, и мне это очень нравится. Прилетело блядство. We have taken objective Edward. Сила ова, мазафак. Сзади, блядь, сзади. Получи в жопу, блядь. We have taken objective Butter. Так, а где моя тима? Ага, одного положил тут. Наш вообще человек, вообще какой-то зверь, я смотрю на него. Открывать можно? Ах ты, зараза. Короче, о чем я хочу сказать пару слов. О том, что вообще в целом происходит в российском обществе. Честно, почему я об этом говорю, как вот я гражданин вообще другой страны, живу в другой стране, и как бы, ну, какого хера, в принципе, да? Че ему не нравится-то, ёпты? Живешь ты там у себя, там, и живи себе, да? В твоей Греции, блядь. Но проблема существует. Дело в том, что я носитель русского языка, я владею русским языком, и как бы... Я играю в игры, и когда я делюсь какой-то информацией, я делюсь ею на русском языке, и, понимаете, приходится иметь контакт с, ВКонтакте, значит, с российскими соцсетями. А в целом, значит, это означает, что с гражданами, которые владеют русским языком. Из-за этого, из-за этой проблемы, чувак, у тебя сзади, из-за этого, понимаете, так, что у меня тут сзади, блядь, здесь вообще, так, я лучше вот так встану, так, иди нахер. Да, конечно, тут нереально так было. Из-за этого у меня, как бы, вот, например, когда я что-то пишу в комментариях, да, там, под каким-то, в группе, под каким-то постом, да, что-то я написал, свое мнение, я всегда постоянно наталкиваюсь на какое-то быдло. И этому быдлу нет конца, честно говоря. Они постоянно какой-то хрен придет и начнет писать как какую-то просто реально оторван. Вот серьезно, ты пишешь комментарий, да, к посту, не к
не обращаешься к кому-либо, не, без оскорблений, без ничего. Просто ты пишешь, например, мнение про игру. Что у тебя проблема, например, с игрой. Вот, в частности, про PUBG, да? Вот, вот как бы там ни было, у меня вот Core i7, ну, мои характеристики, они, по-моему, известны. Core i7, там 16 мегабайт. Сняли 16 мегабайт, я сказал, да? 16 гигабайт оперативной памяти. И там что еще там у нас? Видеокарта 3 гиговая, старенькая. Значит, у меня игра, она, знаете, что с ней происходит? Просто FPS проседает постепенно, понимаете? FPS просто проседает постепенно. Он то вот 70-60 начинается, значит. И как будто вот не заканчивается, как бы. Вот потом в конце, к уже конечному, значит, конечному такому, когда ты подходишь уже к концу, ну, игровой процесс, да, там круг сужается, все сужается, сужается. У тебя уже FPS где-то 23. Понимаете, такое бывает у меня. Я не знаю, почему такое бывает, с чем это связано. Это вроде бы FPS, не память. Понимаете? Память бывает растет, растет, растет. Она выжирает эту память. Она все как бы увеличивается в плане... Короче. Но... FPS, с чем это может быть связано вообще? Вот я не знаю, ребят, честно. И значит, я написал свое мнение, что игра как бы нуждается, вот если играть в эту игру, то нужно прям топовое железо, чтобы вот нормально, спокойно, на... в хороших текстурах, понимаете, все это дело, потому что, ну, как бы, играть лично для меня, вот, в 2017 году играть в игры на совсем лоу, значит, настройках, это как-то, ну, я не знаю, ну, стрёмно, честно. Ну, игра, она... Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Я человек, ну, что тут греха таить там? Я графодрочер, вот так скажем. Я графодрочер, которому нужно... Хорошая, красивая картинка. О, блин, дотянулась. Красивая картинка. И потому что, когда я вижу красивую картинку, мне приятнее играть, понимаете, в чем дело? Мне хочется играть. Мне хочется играть, и это мне приятно. По-моему, это нормально, да? Такое желание любого, значит, игрока, который там, не знаю, любит игры, да? Но приходит какой-то недоразвитый хрен, которому, блин, круто так, который родился в недоразвитые 90-е, и начинает именно просто вот тебя, не знаю, там вот, вот. И как сказать, вот как объяснить? Вот я даже не могу объяснить это, вот это явление, почему они себя так ведут. Что их побуждает вот ко всему этому? Прийти? Вроде к тебе никто не обращался. Тебя никто не оскорблял. Блять, ну как всегда эти игроки наши. Да? Ну, чувак приходит и начинает тебя как бы вот прямо вот оскорблять по-жесткому, типа... Ну, не... Честно, при... Блять, куда... Давай, перезаряжись. Одну туда. На всякий случай. Еще одну. И таких приходит не один. И когда ты заходишь в их профиль, посмотреть, что же это за люди такие. Смотришь на их возраст и год рождения, ты понимаешь, это вот недоразвитые 90-овские ушлепки.
которые просто, ну, а что, а кто могли вырасти? А, это наши. Кто, блять, это наши. Ну, честно, кто мог вырасти в 90-е годы, если не больные дети, ну, честно. Твою мать. Горите, сволочи. Понимаете? Я вот на протяжении уже очень многих лет это понимаете, наблюдаю. Это не просто какая-то... Блять, ну как так? Сука, как выжил? Я это наблюдаю уже очень большое количество времени. И меня лично, вот я не знаю, вот это не хейт, понимаете? Это вот хейт, это какой-то там, не знаю, вот... Я понимаю, вот хейтерство, это когда с какими-то там, знаете, ну, чувак имеет какую-то там, не знаю, привязку для того, чтобы хейтить, да, что какие-то там, какие-то хотя бы минимальные, там, 0,01% там, какой-то причины для того, чтобы вот за ненавидеть что-то... Да ты чё, сука, чё там, никого нет, что ли? Серьёзно. Стоит два хера, блядь, полю туда, а там, блин, оттуда мне ответка летит. Ну чё за бред? Ладно, парни, двигаемся с моими восьми, блин. А, здесь. А это вот как-то вот безосновательная херня. Чувак приходит, начинает, и их не один, не два даже, а, ну, я не знаю, там. Четыре человека пришли мне это. Я им написал, ну вы больные просто. Что самое прикольное, это то, что они все из одного периода, короче. Что? Вы это видели? Что? Опять, блядь. Опять, сука, эти хакеры ебаные, блин. Ну что-то пипец, короче. Нет ни в одной игре нормально, чтобы, блин. Одни хакеры. О, ну это понятно. Видел я, не успел. Вы видели, откуда у меня? Я лежал, господи, я лежал. Он там был, на другой стороне был. И в меня урон влетел. Это пипец какой-то. Жесть. Херасе, бомбануло-то. О, наш зашел. Бедный парень. Так, я смотрю, у нас там... Че происходит? Вообще никого не видно. Тут ладно, наш. Так, у нас тут много врагов, но на Чарли лучше попробовать вернуться, только взяли, а там... Уже... Что это было? А где? Так, молодец, да, затащил сейчас здесь. Точку сохранили. Ну, хоть там будут сидеть, не будут высовываться пока. О, там такая толпа вообще. Вообще мы проигрываем, да, я так понимаю?
А, нет, господи, какой проигрываем? Побеждаем, но... Что-то... Нам просто есть немного удерживать, вот... Вылез, блин, на высоту, и все, пипец, завалили. Что у меня там? Маловато что-то киллов. Так, о, нифига себе, у нас вот уже потеряли, видели? Потеряли темп. Они нам, нас могут нагнать, потому что у нас нету... О-о-о. Свои, чувак. Так, на время. We have taken objective Charlie. Так. О. Да, конечно, с четырьмя здоровьями, там, хпшками. Ай, не затащишь. Киллстрик не сделаешь, короче. Так, что у нас тут происходит? Так, моя Тима, что-то она зависла вообще. Блять, хватит двигаться. Мы должны, как бы, на 100 очков, да, опережаем, в принципе, грубо говоря. Ну чё, там цешку, да, у нас забрали. Надо пойти. Сколько точек? Две точки. Сейчас третья будет, да? Б тоже отжимается. Но мы, я смотрю, начали доминировать. Вот здесь очень много трубчанских. Да, парень сильно так помог. Да. Перезаряжусь. Ай, твою мать, да, я знаю. Сараза. Столько прилетело, блин, пипец. О боже, просто зафаршили нахер, блин. Ай. Это вообще закончится, это война. Так, тут сзади. А, вот здесь. Ну, хоть одного забрал. Давай, парни. Маску, блядь, отойди, сука, отвали. Дай выжить. Танкой. Так, надо обойти, здесь нет сейчас смысла. Так. Везде этот сраный газ. Да, сейчас мне... О, кому-то. Я не знаю, что я вам сюда.
Давай, давай, гранатка. Просто здесь перекрыть, чтобы они не вылезли. А, во, снизу обходит. Так. Газ, сука, газ. Так, газ, огонь. Твою мать, сгорел, блядь, барбекю сделали из меня. Так, лучше присесть вот так. Что-то никого. Да. Так, ладно, уходим отсюда. Я думаю, сейчас это скоро закончится. We have lost objective Charlie. Так, а что тут? Do 10 suppression assists. Окей, понятно. Suppression. Значит, подавление надо выполнить. Так, надо от укрытия к укрытию. Сколько вас там? Идите. По яйцам. Куда он делся? Так, перезарядимся. Ох, как вовремя. Над головой, да? О, о. Да, пошла работа, пошла. О, еще один там. Ай, опять. Бля, нифига себе. Как вовремя, ага. Перегнали меня туда-сюда. А вы посмотрите на счет. Нам 50 просто мы как бы это делаем. Держим. Так, надо удерживать, надо удерживать. Вот. Надо Тиме помочь, блин. Мы должны по очкам их обойти. Куда это я собрался? Блять, я думал, это наш, блять, что за пипец? Уху! Это было жарко, честно говоря, потому что просто посмотри, ну да, пипец вообще, прямо вот, впритык, впритык прямо. Да, хороший был геймплей, мне понравилось. Ну, не совсем, как бы сказать так, знаете, когда вот вообще, когда там жара, но тоже прикольно получилось, нормально. Ладно, всем пока, всем удачи. Играйте в Battlefield, завтра выходит дополнение «Во имя царя». Это будет очень-очень хорошо. Будет чем заняться. Ладно, всем пока, всем удачи. Не ругайтесь, пожалуйста, в соцсетях. Не оскорбляйте людей в соцсетях. Это выглядит очень глупо. Это выглядит... Да, если вы даже оскорбляете, господи, хоть по делу оскорбляйте. Если кто-то там что-то сказал, но вы прямо вот прямо неадекватно просто. Огромное количество вот этих вот рожденных в 90-е. Я не знаю, ребята, я понимаю, вы родились в такое время, что вообще полный прям бардак был. Там одни алкоголики, наркоманы. Ну вы же хозяева своей жизни, да? Ну проявите немножко там, держите себя в руках, короче. Воспитывайте сами себя, да? Не нужно превращаться в скот. Хотя, ладно, не буду об этом. Ладно, всем пока.